Вот процесс. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали на производство компании «Прометалл», и сегодня вместе с вами узнаем, ну, не то чтобы секреты производства, а какие-то особенности, какие-то фишки. Есть что показать. У нас есть несколько ключевых отличий, о которых мы расскажем в этом видео и чем мы отличаемся от других производителей. Но самое интересное для нас сегодня – это ваш горячий цех, литейное производство, да? Который мы тоже посмотрим. Отлично, пойдемте. Технологию мы используем ЛГМ, секунду. Собственно, вот процесс изготовления вот таких вот изделий происходит за нашей спиной. Это автоматические печатные станки, в которых и производится печать вот этих вот пеномоделей. Это корпус бахтинки, который будет склеиваться, краситься и уже отправляться на заливку. По сути дела, это белый цех, это этап подготовительный. То есть потом в этом же цеху приклеивается система литников и питателей. Технологии ЛГМ зрители канала «Фармаксим» уже хорошо знакомы. Мы были неоднократно на производствах, где производится литье. Но главное отличие, то что здесь я у вас увидел, здесь максимально автоматизирован процесс создания форм. Ну, по большей части, да. Здесь, наверное, важным моментом идет хранение полистирола. Он должен сохраняться в холодильнике, потому что там выделяется взрывоопасный газ пентан. Вот так. Да. То есть это тот газ, который нам необходим именно для формирования, для того, чтобы он, когда он вскипает... Да, увеличивался, да, в размерах. То есть изначально мы берем полистирол, он не вспененный. Мы отправляем его в автоклав, нагреваем до высоких температур. Он увеличивается в размерах. По сути дела, очень похоже на попкорн. Угу, то есть, угу. Вот, с выделением, точно, классная аналогия, да. Да, с выделением газа. Потом это все должно полежать в успокоителе, чтобы связи в полистироле они стабилизировались. Угу. Очень простой пример. Как только мы вспенили полистирол, он похож на булочку, которую только достали из печи. Она достаточно мягкая. Вот ей нужно немного остыть, чтобы она приняла форму. Потом при склеивании, при печатании вот этих вот в автоматической линии, его догревают, он еще, скажем так, доувеличивается в размерах, заполняя форму, и получаются вот такие вот корпуса. Так, этот аппарат, который мы только что посмотрели по производству форм, он использует вот такие вот штуки. Да, это называются знаки. В такой вот камере их много-много-много. Может быть, там элемент дымохода, элемент печи, либо вот такой вот декоративный элемент. То есть вот он полностью выполнен из алюминия. На фрезерном станке это все 5-координатным, либо 3-координатным. Все это дело подготавливается. Система питания и система вентиляционных каналов. Только вот таких много-много-много знаков, которые стоят в той камере. То есть и по которым происходит печать. Далее, по технологии. То есть это все зажимается. Сюда ставится пистолет с полистиролом. Вот оно отверстие. Задувается, воздух выходит из вот этих вент-каналов. Происходит спекание при определенных температурах за счет газа пентана. Угу. И, собственно, мы уже получаем вот эту пенопластовую форму. Так, мы в самом горячем центре, в самом цеху производства компании «Прометалл». Здесь выходят и печи «Бахта», печи «Бахтинка», «Маэстро». Естественно, полюбившимся многим покупателям компании «Фармакс», печь «Атмосфера». Все производится именно здесь. Андрей, в чем особенность вашего производства? На что вы настроены? Возможности технологии ЛГМ дают, ну, на самом деле, очень широкий спектр отливок. То есть это цельнолитые корпуса, это форму, которую очень сложно пролить. Не плоские поверхности, которые чаще всего привыкли, а какие-то объемные. Ни ХТС, ни ПГС не позволяют технологии сделать цельнолитые корпуса, то есть объемные. Это первый момент. Второй момент. Использование хромистого чугуна. То есть это жаростойкий чугун. По марочнику стали мы можем смело посмотреть, ну и характеристики прочитать. Далее, технология ЛГМ позволяет мало того, что сделать качественное литье, объемное литье,
Это одна из самых недорогих технологий. То есть мы, во-первых, настраивались на то, что наша продукция будет действительно массовой, и первые два года работы, ну, у нас, откровенно говоря, был дефицит по причине того, что пока мы выходили на мощности. Далее, наша опочная линия, которая состоит из 88 опок, которые... 88 опок. 88, да, которые постоянно едут. Технология ЛГМ, она позволяет использовать не только ЧХ-1. На данный момент у нас проливается, у нас 4 печи, 2000 киловаттных, 2500-ки. А в 1000 киловаттных печах проливался чугун ВЧ-50, собственно, который горит очень красиво. Вот. Дальше во второй печи у нас заряжен ЧХ-1, и в третьей печи у нас ЧХ-28, который мы тоже используем для изделий, которые производит компания «Прометалл». Ну, это достаточно универсальная технология, которая, ну, и большой объем, и разных изделий позволяет получать качественное литье. Участок сборки, на котором происходит уже окончательная сборка готовых изделий. Что дальше? За нашей спиной это склад полуфабрикатов, это склад изделий, из которого уже будут набирать, согласно наряд заказам, заказ на сборку. То есть, если это там порталы АТМ-ки, удлинители тоннеля, дальше идет сверловка, сборка, покраска, сушилка, упаковка, нумерация печей и, собственно, отгрузка на логистический комплекс, в котором мы тоже были. И уже впоследствии, попадая на склад, перегружается на фуру и тем самым оказывается в магазинах, в том числе и в магазинах «Фарнакс» в городе Новосибирске. Куда мы с Андреем вас и приглашаем заходить почаще, потому что очень много интересных вещей, в том числе от компании «Прометалл», есть у нас в наличии. И обязательно заходите, познакомим с особенностями каждой печи, есть с чем сравнить и есть из чего выбрать. Ну, Андрей, я благодарю за очень красивую и подробную экскурсию по заводу «Прометалл». Желаем вам успехов, процветания. Ну и что ж, друзья, до новых встреч. Счастливо. Всем пока.